Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Зуба. И сегодня будем играть вот на таком вот Брюсе, потому что у нас уже многие ребята уже прокачались до 5 уровня, и как бы Брюс у нас самый отстающий пока что. Пока что Дюка мы трогать не будем, у него еще не хватает хотя бы очков до 4 уровня, хотя бы нужно накопить на 4 уровень, чтобы выходить уже в бои. А пока что будем начинать на нашем Брюсе играть, давайте его прокачаем. До 5 уровня у нас достаточно уже очков, вот так он бустанется. Ну что ж, давайте, за 700 монет прокачаем нашего Брюса, очень много, кстати. Денежки быстренько уходят, и мы можем ему назначить еще одно дополнительное оружие. Так, Брюс у нас в основном играет за счет ближнего удара, за счет ближнего контроля. Ему частенько не хватает дополнительного урона, и вот самое лучшее вариантом для него будет копье на урон. Не отталкивающее копье, которое будет помогать наоборот противникам от него убегать, а именно вот копье, которое... наносит дополнительный урон. Пока что у нас гранат, к сожалению, нету, которые тройные, да? Надеюсь, они нам хоть вообще когда-нибудь выпадут. Мы уже хрен знает сколько играем в эту игру, они нам все еще не выпали. Но это такое. Небольшая прелюдия. Ну что ж, погнали заиграть за Брюса. Надо ему хотя бы соточку еще кубов набить. Нам, кстати, до следующей награды может быть вот та. На 3600 как раз нам выпадет что-нибудь. В общем, это мы еще увидим. Мы, кстати, на 8 лиге. Ну что ж, поехали. Не будем долго задерживаться. Посмотрим, что у нас получится вообще. Я как бы готов страдать, честно говоря, на Брюсе, потому что, ну, Брюс это Брюс. Давайте будем честными сами собой. Брюс это Брюс. Ну, мне кажется, ему увеличили скорость бега. Он как-то начал чуть-чуть быстрее бегать. Так, не забываем про горячие кнопки, которые назначил, чтобы... Так, он копье сразу вижу. Давайте гранатку возьмем. Нет, давайте возьмем деревянную гранатку. Я вижу там золотое копье, давайте за него подеремся, что ли. Хотя зачем за него драться, если тут... С ним никто вообще не трогает его. Правильно? Опа, золотое копье на халяву. Нормас. Отлично, убиваем. Не забываем, что у Брюса прыжок это на ежечку. То есть мы прыгаем к ближайшему, ну, ближайший вперед. И таким образом еще можем и перемещаться. Очень удобно. Хоть как-то, но быстрее мы перемещаемся. Так, ну что ж, поехали дальше. Поехали дальше, посмотрим, что у нас тут будет. Так, нам бы получить этот дробовик. Почти убили. Немножко я профакапил с этим, с пушкой, да? Ой, кенгуру, какой везучий, а? А что это было? Это, походу, лев АФКшер, как я понял, да? Давайте его сейчас убьем. Не знаю, он что-то почему-то от нас убегает. Дерись с нами, ты! Куда он убежал? Дерись со мной. Дерись с Брюсом дерись! Я сказал, дерись. Да, мы так все-таки победили кое-как его. Ну, честно говоря, это было сложно. Мы должны были тогда кенгуру убить, но я реально вот не справился с управлением и не смог рассказывать вот весь наш рассказ в 4 скилла. То есть у нас копье, граната, выстрел из дробовика и прыжок сам. То есть нужно начинать с прыжка, потом нужно нажимать... Вот так вот нужно все рассказывать примерно, да? То есть нужно это все делать вот так, с такой вот скоростью. Кстати, мы походу... Там челик этого убили, кто забрал мой дроп. Блин, нам бы пройти лучше по этой стороне, давайте. Чтобы через кусты сыграть и через домики. Потому что самый лучший вариант для нас в ближнюю дистанцию как-то отыгрывать. Забираем сразу дроп. Хиляемся быстренько. И забираем следующий дроп. Нам пригодится, в принципе. Я не знаю, успеем забрать броню? Да вроде бы успеваем. Пока что успеваем. Отлично, мы засейвили за счет взрыва. А ему некуда бежать, вот это самая его ошибка. Блин, как же он дамажит, капец. А, мы просто не смогли бы его раздавить. Ну, это нереально было. 7-й уровень против... А, он 7-й уровень, точно. А я думаю, что так больно бьет эта гранатка? Вроде бы на пол хп она не должна бить. Не заметил немножечко, что он был 7-го уровня, но в принципе... А мы играли с Артуром, разве? Разве? Я даже не заметил. Артур, ты почему так плохо сыграл? Ты должен был круто с нами сыграть. Ну ладно, погнали еще, сыграем за нашего крутого... Брюса. Наверное, мы просто в бою в один попали.
И это типа засчиталось, как мы как бы за команду. Вот, возможно, это Артур. Артур, если ты с нами играешь, то давай. Покажи, какой ты крутой. Потому что мы все откуда... Блин, я даже не знаю. Блин, он меня стрельнул. Да хватит мне стрелять, вы. Да ну, боты, отстаньте. Сейчас просто нас убьют боты. Это будет вообще эпично. Ну ладно, вроде бы не должны они нас убить. Так. Блин, тут 7 уровень. Надо валить, короче. Пока есть возможность, надо валить. Он за нами бежит. Просто валим. Просто валим. Я даже не хочу сражаться за эту аптечку. У нас нет шансов против 7-го Брюса на 5-м Брюсе. Вот реально, ребят. Шансов никаких. Просто никаких. Даже если бы мы забрали вторую аптечку. Ну... Вот реально, со второй аптечкой еще какой-нибудь там мизерный такой вообще шанс, там, которого почти не существует, но он бы был. А так, у нас шансов почти нету. Я вот не знаю, куда нам сейчас дальше идти. Нам нужно сближаться, то есть давайте пойдем наверх. Просто ускоряемся и идем наверх максимальным ускорением, которое возможно вообще. За счет нашего прыжка, за счет... Кстати, это Артур? А ну иди сюда, поговорим, если это ты. Посмотрим, кто из нас круче. А может и не посмотрим. Ну, я не знаю. Тут Пандана, конечно, кидает эти крутые гранатки, которые котятся. И их не видно. Нет, это не Артур, поэтому можно, в принципе, убить. Да-да-да. Очень удобно за счет этого. Они, смотрите, они, походу, срабатывают тогда, когда... Мы, получается, под них подъезжаем. Ну, не знаю, пока не стоит, думаю, хиляться. Ай, ну как же он попадает у нас? Как же он попадает? Блин, я думал, убью эту штуку. Ну да ладно, в принципе, пофиг. Блин, чувак сам себя взорвал. А, кстати, у него гранаты могут сами себя взорвать или нет? Но, кстати, видите, у гранат радиус такой не маленький. У него, конечно, преимущество то, что он видит, как бы, гранату, да, мы ее радиус не видим, ничего не видим. Но, в принципе, кстати, зона к нам сближается, это очень прикольно. Так, мы сейчас его добьем, по идее. Да, добили, отлично. Уходим сюда. Просто уходим, у нас нет выбора. Фух, отмансили мы от этого Брюса. Я отхилялся, хоть чуть-чуть, но отхилялся. Но это нечестно, нас просто давит 7-6 уровень с двух сторон. А, опять топ-3. Опять топ-3. Сложно, сложно, у ребята хотя бы есть третий гранат. Блин, ну кстати, посмотрите, как Хамелеон молодец играет. Но он неправильно играет с точки зрения... Ну я бы на Хамелеоне так не играл. Я бы все-таки держал под дистанцию подальше и просто убивал бы Брюса вообще налегке. Но он держал очень близкую дистанцию. Нам падает бронзовый ящик с 8-й лиги. Мы пока его открывать не будем. Так. Давайте вернемся в менюшку. Мы взяли 2 топ-3. Хотя могли, в принципе, взять 2 топ-2. Заберем наши ключики. Неплохо. Давайте поможем нашим соклановцам всем. Открыть ящички, да? Вернемся. Что у нас получается на данный момент? Давайте дальше катать на Брюсе. У нас еще, в принципе, время есть. Да, все равно нападаем. Идем в бой. Брюс достаточно мощный, но, как вы видите, еще 6-й уровень, еще кое-как мы можем вытянуть. Ну, кое-как, да. Не буду говорить, что мы вообще их можем вытянуть налегке, но кое-как при каких-то обстоятельствах адекватных, которые на наши, так сказать, больше пользы идут, мы их сможем вытянуть. Но если обстоятельства не в нашу пользу, например, какие-нибудь дальние бои там, вот даже, к примеру, бои на льду, хотя бои на льду это для нас вообще приоритетно, потому что тут очень удобно двигаться за счет того, что скорость вот бега все равно очень хорошая. И ты близко приближаешься к противнику. Несмотря ни на что. Давайте тогда залезем в этот... внутрь этой штуки. Блин, тут 7-й. Ну, как всегда. Ну, как всегда, короче. Ой. Еще эти челики, короче, которые на этих... А вот 2-й уровень, да, сейчас был... Вот, ну я его продамажил, немножечко копьем промахнулся, получается. Блин, у него еще аптечка была. Странный паренек, явно.
Ну, везучий, конечно. А мы в итоге получаем от него урон. Вот я должен был с него аптечку уже заодно забрать, да? А я получаю с него урон. Ну, так это называется. Это называется не очень хорошо. Я бы сказал, плохо это называется. Вот он сейчас может просто идти дальше, да? И нас давить. А мы не можем ему ничего сделать даже. Обидно это очень. Очень обидно то, что у нас 5-й уровень, а там 7-й. Хочется побеждать, хочется доминировать. Хоть быть на уровне одном же и том же, что и они. А в итоге у нас одна аптечка. Не знаю, откуда мы ее достали. Подождите. А что, в обновлении теперь дается одна аптечка? Или что? Ой, я, короче, случайно юзнул. Ну, вот так мы его убиваем. Давайте сразу захиляемся, потому что выбора нету. Заберем тоже стенку. Может, возможно, пригодится. Так, забираем сразу аптечку. Вы посмотрите на эти гранаты. Жесть. Просто нереально. Просто нереально. Просто нереальный Брюс. Как его убивать, я не знаю. Просто давайте сейчас останемся на острове. К нам идет... Не, давайте поможем кенгурятнику там что-то вообще сделать. Или кенгурятник ничего не смог сделать. Нет, надо помочь. Помочь надо хоть как-то. Мы его, конечно, раздамажили, но, блин, это и все. Это и все. Все-таки не зарешали мы, не смогли противостоять 7-му уровню с легендарной гранатой и с тройными гранатами. Это слишком жестко. Хотя видели, как мы его хорошо раздамажили в конце, то есть за один залп мы его достаточно серьезно раздамажили. Ну что ж, у нас 2 топ-2, да, вроде бы, и 2 топ-3. Пока что такая ситуация у нас получается. Ну, ситуация неплохая. Неплохо мы, получается, отыгрываем, но все равно... Нереально, вот каждый раз мы проигрываем там 7-му уровню или какому-нибудь, я не знаю, там 6-му, да, то есть ситуация очень сложная, не знаю, как побеждать. Были против 5-го уровня, наверное, победили. Но может быть, нас все-таки кинет 5-му уровню, и тогда мы сможем хоть кого-то да поубивать, но пока что нам такого, я бы сказал, подарка никто не делает. Ну, 6-й уровень против 4-го Брюса, ну ладно, это еще, тут даже участвовать не хочу. Заберем аптечку сразу. А где Брюс делся? Ну что, с другой стороны обходит, да? А у меня нету дробовика, если что. Но у него нету аптечки. Это его минус, но это и мой плюс. В плане того, что я могу что-то допридумать. О, я промахнулся, короче. Это забейте просто. Я промахнулся. Как я мог? У него, кстати, копье ослабое. Блин, ну это только сейчас была такая потеря, которую я сделал зря. Мне надо было тоже отмонтить от этого челика. Ну, нету дробовика, не можем раздамажить. Вот вы видите, да? Ой, как нам не везет. Просто не везет. Вот чуть-чуть не везет из-за того, что нету дробовика. Вот сейчас было реально фейл. Потому что мне нужно было искать дробовик, а не идти драться. Я в итоге же пошел драться. Ну, кстати, мы уже почти добили 500. Надо хотя бы один туп один взять на Брюсе все-таки. Он того достоин, но, блин. 5-й уровень, фулл 5-й уровень. Ну, это нереально. Это нереально. Брюс просто страдает. Вот реально в нынешних реалиях роддома он страдает. Только если он там либо превосходит по уровню других ребят, там, хотя бы на уровень. Вот хотя бы на уровень или того же уровня, да, он еще что-то может. Он там нагибает, хоть как-то, да, в определенных моментах. Но в других моментах, ну, грубо говоря, как это, как можно так не хочется это называть, ну, я бы сказал, проигрывает, да. Вот, опять же, 6-й уровень. Вот я бы достал бы по нему копьем, было бы все норм. В итоге копье мне не достал. И это проблема. Да блин, вот как это делать? Как уворачиваться от такого, а? Ну и все, вот. У нас, видите, опять нету дропа нормального, да? И мы не можем нормально покидаться, поиграть.
Но этот лис вообще не понимал, что он дерется против более мощного соперника. По урону, который в ближнем бою делает весь урон почти. Это его была ошибка, что он этого не понимал. Так, мы сейчас быстренько в кусты. На всякий случай взял, так сказать, опору, такую перегородку. На всякий случай, она нам пригодится по-любому. Но вот один плюс, единственный плюс, это то, что у Брюса хорошо хиляет хилка. Очень хорошо. Она очень полезная в плане этого. Так, но зона сближается где-то сюда, в эту сторону, поэтому нам нужно где-то тут пока что отыграть. Не знаю, может быть, своего уровня хотя бы кого-нибудь найдем и сможем победить. Может быть, где-то здесь кто-то еще бежит на краю зоны, но нет, никто там не бежит. Ну что ж, давайте дальше отправимся, посмотрим, что там будет. Блин, ну не хочу я сюда идти, конечно. Ой, как-то оно странно сдвинулось. О, давайте сейчас подкараулим здесь кого-то. Блин, седьмые уровни, это капец. Это просто капец, нам не знаю, что сейчас делать. Сейчас мы тут всех поубиваем, так. Хиляемся быстренько. Мы убиваем всех быстренько, 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 хиляемся снова. Собираем все, что у нас есть вообще. Так, быстренько броню, быстренько броню, быстренько броню. Хил, удар. Ну добей же, ну. Ну почему у нас два лиса гонят? Почему два лиса? Да ну их нафиг. Капец, короче. За Брюса вообще катки не идут. Ой, не идут. Сложно. А, кстати, тот челик ушел. Все-таки логика моя была то, что надо было идти через низ, а не идти... Напрямую туда, это была правильная логика, потому что тут почти никогда никого нету, серьезно. Все стремятся там пойти в центр, потом и за счет зоны сдвигаются. Ну да ладно, мы забираем 500 кубов. В принципе, это неплохо. О, кстати, нам дали еще награду за это, неплохо, кстати, мы поднялись. Но, блин, опять поджигатель, ну... Точнее, защита от поджиганий. Блин, я хотел себе нормальный уже дроп, но нет. Кстати, вы посмотрите, у нас уже, в принципе, ребята все достаточно хорошего... Показатели имеет. Ну ладно, давайте немного еще поиграем на Брюсе. Да. И посмотрим, что у нас с ним получится вообще сыграть. Надеюсь, хотя бы тот один, хоть один мы сможем взять, но это вряд ли. Вот серьезно, это вряд ли. Я скажу, это почти невозможно. Почему? Потому что Брюсом по себе очень слабо. Блин, седьмой уровень кенгуру. Ну, вот что я ему могу сделать? Пойти умереть, да. Пойти отдать свою жизнь, чтобы он получил аптечку на халяву. Хотя, видите, мы, то есть, по ДПСу, в принципе, неплохо так играем. Только вот, нет, все-таки аптечку на халяву вначале не дают. Хотя могли бы давать одну аптечку, как бы, для начала всем. Ну, как бы, я не скажу, что это правильный вариант такой делать. Но все-таки могли бы. Могли бы, это было бы неплохим вариантом. Кстати, давайте пройдем вот сюда. Не знаю, может быть, хотя бы здесь один бот есть. Хотя их здесь никогда не было. И, наверное, не будет. Легендарного челика убивает Брюс. Своим ударом. Не получилось догнать. Он хамелеончик уходит по воде. На скеле, да? И что делать? Вот что делать? Мы сейчас ничего не можем. Мы, конечно, можем попробовать раздамажить хотя бы одного там седьмого уровня. Но мне кажется, меня шотнут. У меня три полосочки, даже не полных. И я скажу, этого не хватит даже для чего-либо. Мы можем разве что... А что это такое? Это значок, типа, меня кто-то видит? А чё он? Выньте, посмотрите на него. Ну это нечестно. Ну блин, ну... Блин. А, не получилось сразу дамажить его ваншотом. Блин, мы могли его послегка убить. Да ё-моё, так как же они мне достали эти седьмые уровни? Да дайте мне пятых уровней хоть раз. Хоть раз дайте пятых уровней. Что это так сложно? А, не могу на Брюс играть вообще никак. Он просто не играбель. Ему вот не хватает немножечко, наверное, длины все-таки удара. Хотя нет, не длины удара. Я подскажу, ему нужно копье, которое... Блин, сразу двое на меня побежали, нормально, да? Я скажу, ему нужно копье, которое
делает больше в плане того, что... То есть его метать можно подальше. То есть вот такое копье, которое можно метать подальше. Я знаю, там не стоит бот, а не человек. Но она все равно убивает. Ой, точнее, продамажил. Ну, блин. Серебряная граната. Типа, чем лучше у него граната, тем лучше он ее кидает? Или что это? Как? Никак не понимаю. А, давайте заберем. Сейчас пойдем сразу заберем дробовик и заберем копье. Сразу же. Вот два итема за один раз забираем быстренько. Не, давайте заберем сначала копье. Ну, нажимай. Все, нажал. Так, забираем дробовик и уходим в кусты. И идем сейчас в кусты чуть пониже и справа. И дальше я, наверное, пойду все-таки через дома. Сейчас почекаем здесь, что у нас есть. Нам нужна хотя бы еще одна аптечка. Кстати, откуда у нас аптечка опять? А, ну да, я же убил этого чувачка уже. Забыл. Ладно. Так, нам бы сейчас кого-нибудь достать. Я пока что отмотил. А как я его копьем не ударил на урон? Мне кто-то может это объяснить? Ну ладно. В принципе, не важно. Кстати, бочка, она вроде бы защищает от одной атаки. Вот. Точно сказать не могу, но вроде бы одну атаку она блокирует. То есть это очень полезная штука, когда на тебе, к примеру, кто-то нападает, и ты одну атаку выдерживает бочка, да? И ты после этой атаки сразу атакуешь, и за счет этого наносишь большой урон. Так, ну и где противник? Я же видел там этого, Никса 7 уровня. Вот как ни крути, все равно Брюс очень много дамажит, даже несмотря на то, что там челики 7 уровня. Первый уровень, серьезно? Серьезно? А как я на бочку нажал? Алло! Вот это я сейчас делаю неправильно. Вот это я сейчас неправильно делаю. Я зря агрюсь на первого уровня. Вообще надо про него забить. Я случайно нажал на бочку вместо копья. Это большая ошибка. Сейчас нужно просто подождать и нормально отыграть. Я еще видел там кого, кто-то сзади был. Вот он. Это был хамелеончик. Забираем сразу аптеку. Пофиг на этого Никса. Забираем сразу стенку. Стоим здесь пока. Если что, он на нас нападет, сразу его раздамажим. Просто стоим, не обращаем внимания. Стоим. Отмансили. Поставили стенку. Бесполезно, да? Хиляемся. Пока что нас не видят. Хиляемся, живем. Ждем, вообще ждем. Нет, ребята, не будем лезть пока что. Отагриваем всех от себя подальше. Пока что мансим как можно больше. Нам нужно сейчас как можно больше отмансить, чтобы... Потому что сейчас 5 чуваков осталось. И нужно как-то от них выживать. Он забрал нашу бочку. Да как я же... Я вроде бы успел нажать, но не успел. Блин, а это сыграло такую важную роль. Если бы я чуть-чуть успел нажать, мы бы победили. Капец. Просто капец. Просто капец. Такой топ-1 потерял. Ладно, давайте. Еще один шанс, последний. Самый даем Брюсу. Своему скиллу и везению. Ой-ой-ой, только не тут, только не тут. Надо хотя бы на лед уйти, хотя бы на лед. Быстренько, быстренько, быстренько. Давай. Фух, успели. Со льда мы уже сможем нормально, адекватно отыграть. Там, я смотрю, у нас Брюс внизу находится, тут хамелеончики. И, в принципе, тут противников особо нету. Можно будет адекватно сыграть. Думаю, все у нас получится. Так, го сюда. Забираем копье, забираем сейчас быстренько. Вот, он отлично, у нас уже деревянный дроп есть. Конечно, было бы неплохо, чтобы у нас уже был серебряный дроп или хотя бы что-нибудь из золотого. Но деревянный дроп тоже неплохо. Все-таки копье, вот видите, он у него чуть-чуть буквально толкает. Нужно, чтобы я бы ему сделал копье, которое потолкало бы посильнее. Ну вот, этого мало. Этого мало реально для Брюса. Этого просто не хватает. Вот, мы вроде бы в топе. Боже, мы тут всех как-то всех поубивали. Дико вообще. Просто мы уничтожили его вообще в хлам.
Но все-таки сильный скорпион, этот хамелеончик попался нам, тоже вроде бы 5 уровня. Или что-то типа такого. Но благо у нас есть две аптечки и есть куча лута. Ой, капец. Сделаем вот так, заберем сейчас еще эту бочку и спрячемся. Спрячемся вот здесь. Вот тут вот. Так, тихо. И главное не двигаться. Так, ну ребят, теперь у нас самый крутой геймплей, это спрятались в бочке и сидим ждем. Давайте пока поговорим, обсудим все, что у нас есть. Пока что зона хрен знает где. Кстати, можно посмотреть карту получше. Вот. Вы, кстати, видите, как у нас карта выглядит. И как зона будет сближаться, да? То есть, в принципе, зона сближается к нам. Так, давайте я немножко уберу. А вот это я сейчас зря сделал. Он нас не видит. Это его ошибка. Но, блин, я потерял вторую бочку. Вот мне надо было вторую бочку терять. Ну, капец, какой же Никс? Какой же Никс? Зараза, продуманный оказался, да? Вот если бы он этого не сделал, я бы засейвил себе хпшечку. Я бы бочку засейвил. Но, в принципе, мы Никса очень сильно покоцали. Из-за этого он сейчас не может нормально играть. Но проблема в том, что мы сейчас не в той зоне, в которой могли бы хорошо отыграть. Поэтому давайте спрячемся пока что. Я не хочу выходить. Сейчас этого, скорее всего, зажмут. И мы... Нет, не зажмут. Никс его мансит. Поэтому просто сейчас ждем. Снизу нас тот точно никто не зацепит. Значит, просто сейчас стоим, ждем. На входе. Если повезет, то зона будет где-то у нас тут. Я вижу там слева ребята. Вижу здесь еще ребята. Мы можем, в принципе, поставить стенку. Если что. Капец, это челики нас задавили сейчас вообще. Вы видели? Вот это жесть. Это была настолько большая жесть. Вы посмотрите, эти два гада друг друга игнорят. То есть, ну вы поняли, короче, ладно, забейте. В принципе, такая катка у нас получилась. Нужно было, короче, ждать. Нужно было ждать момента, я все-таки думал успею. Но в итоге получилось, что не успел. Опять четвертая граната, ну да. Кто сейчас четвертая граната не играет, да, кроме меня? Да, кто сейчас четвертая граната только не играет, кроме меня, блин. Ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас на брюсе вообще получается. 544 рейтинга. Ну ладно, давайте сыграем все-таки последнюю каточку. Думаю, она будет победная у нас. Ну, так думаю. А там уже посмотрим, что получится. Итак, что у нас получается? Ой, блин, уже быстро игра началась очень, я даже не ожидал. Пойдемте соберем дроп, который вообще возможно сейчас собрать. Это у нас будет, получается, каменное копье, деревянный дробовик и каменное копье. Да, лут топовый. Ничего не скажешь. Так, я вижу, там кто-то идет. Идем навстречу. Я вижу, что это был, походу, хамелеон. Потому что анимация инвиза была у хамелеончика. Восьмой уровень. Восьмой уровень. Восьмой уровень. Капец. А как против этого играть? Так, давайте подождем секунд 5, пока он отойдет. 5, 4, 3, 2, 1. И пойдем заберем гранатку. Блин, это так опасно. Забрали мы гранатку и сразу уходим. Уходим, 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 уходим. Фу, мы ушли. Нормально. Так, зона у нас ходит, идет туда. Давайте тогда пройдем здесь. И перейдем сюда, на верхнюю часть. Глянем, куда у нас зона пока что. Пока что куда надо, куда-то туда найдет. Пойдем сюда. Поищем здесь дроп какой-нибудь. Давайте зайдем налево, глянем быстренько, что там есть в пещерку. Так, есть копье. Деревянное, отлично. Главное, чтобы мы потом успели уйти. Надеюсь, мы успеем уйти. Речка мы перепрыгнули. И погнали сейчас сразу в... дома, через дома поиграем, хотя тут тоже не очень удобно брюсом играть, потому что расстояние вот между этими входами очень большое достаточно. Все равно, как ни крути. Такс, такс, такс. Пока что я вообще ничего не вижу. Давайте их зону чекнем быстренько, где она у нас. Кстати, зона сближается вообще на нас прям. И это проблема. Потому что хила у нас нету. Хила у нас вообще никакого нету. Ну, стреляй, 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 стреляй.
Ну все, короче, меня забайтили. Меня забайтили автоатакой. Ой, короче. Мало седьмых уровней. Мало седьмых уровней. Ладно, давайте еще быстренько одну игру реванш сделаем. Блин, это будет просто круто, что мы взяли столько топ-2 за сегодня, да? Это просто нереально круто. Топ-2 only. Так у нас получилось, в принципе. Так, забежим за той гранатой. Пока что Брюс нас не видит. Вообще нас никто не видит. Это очень удобно. Здесь у нас каменная граната. И седьмой кенгуру. Просто седьмой кенгуру сейчас нас вынесет. Ну вы поняли, да? Ну вы поняли, да? Недамажный. Недамажный вообще. У него есть, короче, линия обзора, как я понял. С которой он может смотреть. Но мы сейчас проиграем. Получается, у него скилл. У кенгуру, да. У жирафа скилл, который открывает ему обзор. Открывает обзор. Я не знаю, правда, насколько хорошо он ему открывает ему обзор. Но, как вы видите, вообще у него обзор выше, да? Чем у других. В траве особенно это заметно. То есть, на жирафе в траве играть очень круто, потому что ты видишь противника первым. Да. Ну ладно, давайте еще раз быстренько катку попробуем сыграть. Минус 4 рейтинга получили. Давайте хотя бы закончим на где-то на 550-560 рейтинга на нашем брюсике. Не получилось у нас, конечно, взять топ-1, но ничего страшного. Я уже говорил ранее, что, ну, на топ-1 я даже не рассчитывал. Хотя у нас был где-то примерно один, возможно, даже два шанса, что мы возьмем топ-1. Но, как говорится, не произошло, значит, не произошло. Погнали в кусты. Погнали в кусты на брюсе. Нам бы сейчас нужно копье достать и гранатку. Ну, как всегда, гранаток тут ничего нету. Ну, все, конечно, каменное. Да, блин, да я же вроде бы взял. Берись, гранатка, берись, копье. Я тут ни разу не видел в этой зоне чего-нибудь золотого и там... Или еще чего-то такого. Давайте попробуем все-таки сюда зайти как-то, продамажить здесь что-то. Блин, проблема в том, что вот в этой ситуации от нас он легко уходит. В этом проблема. И мы ничего не можем ему сделать. Вот, ребят, честно говорю, видите, у него даже хилка есть. Мы ему просто ничего не можем сделать физически. Потому что Брюс это не лучший персонаж, который может быть. Против седьмых уровней это вообще ни о чем. То есть играл бы я на акулке, ну, шансов было побольше. Намного побольше. Вот опять седьмой уровень, ничего не можем сделать. Опять же, седьмой уровень, вообще нереально шансов никаких. Хотя, мне кажется, у этого кенгуру, короче, нету брони, получается. Ничего не успеваю. Одни седьмые и шестые уровни. Кидать к пятым. Ну, ожидаемо. Зато когда на седьмом сам играю, их к этим пятым кинет. Ну, мне так кажется. Все-таки мы взяли 553 очка, в принципе, неплохо. Прокачали так немножко Брюсика. Я думаю, на нем нормальная игра будет уже примерно на седьмом уровне. На седьмом-восьмом уровне, то есть вот как Молли там будет, как наш Никс. Тогда уже будет нормальная игра. А пока что на пятом уровне, ну, это просто челик, которым мы набиваем кубы. Вот и все. Расценивайте его примерно так. Ребятки, а если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. А на этом мы видео закончим. Всем пока. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.